Сейчас, если вы лишаетесь дееспособности и у вас нет родственников, которые готовы стать вашими опекунами, вы попадаете в ПНИ, в психоневрологический интернат. Там вашим опекуном становится директор интерната, и вы поступаете в полное его распоряжение и физически, и имущественно. Если с вами что-то происходит, то вы едете туда, и оттуда нет возврата. Кроме гуманитарного аспекта, это огромные деньги. У этих людей есть имущество. В бюджет оно поступает через руки руководства ПНИ. Правительство внесло поправки в закон о психиатрической помощи, которые уничтожают независимую службу надзора. До этого у нас в законе была прописана возможность создания такой службы, и в некоторых регионах она существует, подчинена губернатору. Это ужесточение режима пребывания людей в ПНИ. Наша с вами обстановка социальная такова, что людей там будет больше. Население ПНИ будет расти.